Всем привет, вы попали на канал Нечай! Ребята, я общаюсь с людьми. Леха Гуркин, Герман Эль Классандо. Классандо? Да. Мексиканец? Я горячий мексиканец. Еще в доамкальскую эпоху у нас тут сидел Женька Спиряков. На самом деле, по-моему, нет. По-моему, это был внутри амкальская эпоха. Да. Амкальская эпоха, это когда Сибскан родился, это ум. Я родился. Короче, здесь был Женька Спиряков. Я видел, да. Я не тебе рассказываю. Женька Спиряков, человек истории, он играл в Pro Evolution Soccer вратарем. Теперь у нас сегодня здесь Леха. Он все проиграл. Короче, сегодня мы стараемся научить Леху бить штрафные так же прекрасно, как он делает это в реальной жизни. Зачем в реальной жизни уметь, если есть лишь виртуальная жизнь? Я, кстати, хочу вам еще предложить, что сегодня считаются не только штрафные забитые Лешей, но и дальние удары, потому что ты помнишь его дальнюю. А, кстати, это ты не нажал, Леша. А кто главный? Я хозяин. Хозяин. Давай английскими командами. Зинченко хочу поиграть, давай за Сити. Ух ты ж. А мы на что-то играем? А как? Да, на секс. С Феди. Опять, я всю жизнь проигрываю, получается. Обороняйся. Задачу поставил. Кстати, Лёха, тебе надо рассказывать управление? Нет, я играл, я же не совсем дегенерат. Ты что делаешь-то? Через дом надёжно. Прокинь, на ход дай. Умница. Эй, слышь ты! Ты чё, моего футболиста? Герман Эль Классико. Сзади ударил, алё, блядь. Я волнуюсь, извините. О! А ты вешал, что ли? Ну да. Ой, сам упал. Хуй. Ты смотри, это что, олейник у нас тут? Пинать. Это я, да, сейчас? Давай, настрой меня. Давай разыграем. Понял. Ух ты ж, а вы даже вот так умеете? Ты смотришки! Знаете, там кто-то прыгал, а? Я прыгаю, чекай. Ты смотри, на какой он уверенный, а? Сейчас будет этот. Спокойно, ну-ну. Артем! Ты понял, с кем связался, а? Мы же на секс играли. Я спрятался за ним. Готовься там к трусы, к Фидосу, блин, уже. Нахер. Пошире. Хорошо, зоночка-то твоя. Сломаешь сосочек. Леша. Дальше. Не, все, Герман напрягся. Я не знаю, как забивать! Красавец! Ландшот! Доволен? Ландшотом просто. Знаешь, что самое забавное? Что, блядь, он играет лучше, чем ты. Это странно. В смысле? Это нормально? Я не удивлен. Вообще, очень спокойный человек. Ну дай ему джойстик. Да не, ну пускай зайдет. Заряди меня, пальчик. Не, давай, знаешь, как это. Блять, ты серьезно? Блять, он что-то... Слышь, ты шкура! Я тебе сейчас ебало начищу. Ты что ты, ёпта, делаешь? Ну ничего, ничего. Просто немножко задремал я. Забей. Ладно. Третий. Почти. Да, сюда его опять к нам, а? Я чувствую себя лучшим! Леша Гуркин, с ним вы чувствуете себя лучшим. Надежно, надежно. Ну и естественно, когда вы слышите слово «надежный», вы должны помнить, что самый надежный спонсор этого выпуска – сайт 1xbet. Быстрые коэффициенты, быстрый вывод средств, надежные коэффициенты, ссылка внизу в описании. У меня ладошки, кстати, ну. Ты у тебя? Да, охотники. Пошел нахуй. Чисто! Чисто, рэп! Я тебя при детях просто, понял меня? Ну давай, покажи, как штрафные надо забивать, чё ж делать? Лёх, учись. Он разыграет. Он боится. Он не спайдермен такой. Читамбо. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Уй-уй-уй! Вставай. Это чё? Это что было? Это чё? Это Рома Ройка. Я на своей волне, мудила! Так, пенальти. А как это руками махать? А я за тебя помахаю. А что, он со стрелочкой? Ты что? Да я со стрелочкой вас развожу. Мне не нравится, что ты забил, ты мой друг. Мне кажется, что больше шансов у Лехи было бы. Это была бы сухая победа, если бы мы играем все вдвоем, а Леха обидел. Папа! Давай новый матч, только мы вдвоем его ломаем постоянно. И он должен нам со штрафного забить.
Давайте, да. Вот. А штрафные гол, считается? Забитый из-за штрафной площади, считается как один гол. Гол, забитый из-за пределов, как считается два. До два. Давай два. Потому давайте. Что это настоящий дальнобой. Гуркин режим, получается. Да, режим Гуркин у нас был. 19. У нас Тальяфико, Бустос. Кто это такие? Пришел Сан-Паули. Будете тренером Аргентины? Буду, отлично. Месси буду тренировать. Приходит Фунес Мори, Бустос, Пицел. Кого мне тренировать-то? Пицел. Месси, забей! Удачи. Взаимно. Удачи. Мы уже играем. Все, побеждаем, пока. Хочу, хочу! Хочу рвать Гуркина! Хуй. Куда? Оп. Да ты чё? Он умеет, что ли? Нет, ты хуй. Я там держал. Хуй. А-а-а! А почему у нас нет людей? Несись, несись как лань. Хуй, это я в подкате хотел. Си. Сейчас бы за два засчитали. Почему они не залетают? Я не понимаю. Чё можно? О, Нади! Свисти, сука! Просто я, сука, в этой команде. Забегание. А, блядь, чё ебал? Так хорошо забегал. А ты чё, чирик нашёл, что ли? Опа, чирик. Ноги ли, брат, не знаю. Неожиданно. Ух ты, ёб. За два. Вынимайте двушку. Гуркин лучший походу. Я ебашу. Давай забьем один хотя бы. Давай. Да легко. Как он эти фланги-то увидит-то, а? Не, давай, пора. Чего пора-то? Уф, чё пора? Убить надо, убить его. Соси, собака, а? Давай. Проигрываем. Но ты вот как просил. Давай забьем один. Ой, бля. Красную вот схватил. Это... Я чую запах крови бельгийской. Убегай, убегай, убегай. И в одно. Вычистил, вычистил. Ну такое себе. Слушай, почему у него преимущество в атаке? У него 10 человек на поле. Ну дойди ты в ногу. Когда Герман напрягается, у него так язык работает. Нет, 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 нет. Ай. Ну он думал, схватил меня там за шею, еще в ухо засунул палец. Немножко киберспортивненько. А как он увидел это? Бууу. Он нерабочий. Грязь. Черт, ты трусы. Так ты должен страшно втройно забивать. Так мы просто змеюки. А у нас вот так. Мои же устали, твари. Мои зу. Мои твари устали. Беги, беги со всех сил, Артём, беги, бегу, беги, бегу, бегу. Беги, 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 притормози, черпака, ну, добивание, пожалуйста. Друзья, это было жарко, это было потно, Лёха Гуркин, ладошки. Лёха оказался крутым, ножки. Он невероятный, он просто... напряг свое. Очко деревянное. Оно реально спрело. Обязательно переходите на канал Лёхи Гуркина, требуйте, чтобы он был фифером, бился штрафных в фифе. У меня еще есть подарок. И Спортс прислал пару подгонов. Так, у меня нет плойки, я решил разыграть вот такую вот коллекционную FIFA 19. Слушай, как она выглядит. Ну, все, спасибо. Ты выиграл, пожалуйста. А я футболочку. Жду канал, поэтому твоим подписчикам. Два победителя и обязательно условием нужно зарепостить видос ВКонтакте. Так. И подписаться на канал Лёхи. При этом репост необычный, этот бездушный. Вместе с репостом вы приписываете сообщение, придумывая новое прозвище для Гурыча. Потому что это уже не деревянное очко, это новый уровень какой-то. И одного выберем рандомного из репостнувших, а второго выберем за лучшее подписание. За оригинальность FIFA, да. А за рандом футбол. Обязательно переходите на канал Германа Эль Классика, пишите ему студень. Мне кажется, я всю жизнь буду призывать это делать. Забавно, что он очень мало пишет. Это избранные делают, понимаешь? Это Нео, Морфеус и Тринити. Три человека делают. Сила колец, сила икс. Да.